парни, вы не сможете избежать встречи со мной? Да. Здорово вас встретить снова, учитель. Какая честь, сэр. Бишоп, шестой уже на месте. Я с ним свяжусь. Ти, я думал, вы решили, что я останусь в Академии. Я знаю, но это важнее. Управление национальной безопасности подозревает, что у нас может быть химическое оружие. О, боже. Группа Логана действует в Мексике. Что-то там назревает. Представитель директора Лоуренс из Управления национальной безопасности пересмотрит это задание. Но помни, главная задача Радуги — защищать мирных граждан. Понял. Господа, мы находимся в щекотливом положении. Некоторые компоненты боеприпасов, перемещающихся через границу Мексики, содержат химикаты. Извините, что перебиваю, но это далеко от нас. Учайте его спуху. Я продолжу, как только вы там окажетесь. Мигель и Альварес Кабреро. Койоты. Контрабандисты. Кабреро движет жадность, не политика. Почему УНБ не может с этим справиться? Наш главный агент ушел в тень, но у нас есть кого вывести на арену. Его цель в том, чтобы подтвердить, что на складе Кабреро есть оружие, а ваша — попасть туда, когда он закончит. Только знайте, чертежи показывают, что в комнате расположены впереди вас две двери. Но если вы пойдете направо, вы выйдете на улицу и сможете стрелять через окна. Thank you.
черт! Давай, побыстрее! Все выпить? Конечно, если хотите. После вас. Я вас прикрываю. Стой. Ты не можешь. Ранен. Пока. Ты не можешь. Не расслабляй. Твою мать. Моя нога. Его убили. Или я прострелю вторую. Поднимите его наверх. Шерон, Невилл засветился. Мы закончили. Поняла. Ah!
все еще жив. Ясно. Я свяжусь с Лоренсом и вернусь к вам. На позиции. Бишоп, твое задание осталось тем, что... Поняла тебя. Тебе нужно разрешение шестого, чтобы продвигаться к складу. Скоты! Двигаюсь! Это все, что ты можешь? Ты ни на что не способный. Прикрой! На позиции! Двигай! Пошли, пошли! Да он даже не шевелит! Они пошли его! Двигаюсь! Думаешь, это поможет не словить? На позиции! Очень смешно, товарищ! Способный. Подкрепление. Пошли, пошли! Дерьмо! Давай со мной! Как точно!
Улица впереди заблокирована сооружением. Чтобы его обойти, вам нужно пройти через парковку. Террористы затаились внутри гаража. Думаю, они ждут вас. На улице будьте готовы к большой перестрелке. Справа находится небольшой офис. Используйте его как прикрытие.
Пока я не скажу, что вы в безопасности. Я не хочу и видеть вас под обстрелом. Заложники, у них превосходство. Это не твой бой. Могу открыть. С вами. Быстрее. На позиции. Сейчас откройте дверь и вы... Слишком опасно. Пожалуйста, ради моей семьи. Будь осторожна. Нас не засекут, пока мы не начнем стрелять. Нет времени ждать. Они знают, что мы пришли. Майк, открой дверь! Быстрее. Понял. Я ранен. Сработано.
Грасис, пожалуйста, там остались еще люди. Где? Эй, учитель, разве мы не должны следовать за этим фургоном? Наш приоритет – заложники. Мы можем штурмовать склады одновременно с двух этажей. Так мы быстрее их окружим. Одновременно с двух этажей. Так мы быстрее их окружим. Я передаю вам чертеж склада. Впереди погрузочная площадка. Ее трудно охранять. Думаю, заложники находятся в задней комнате. Туда ведут две двери, но, возможно, вам лучше попасть туда через окно. Thank you.
Осеваем противогазом и готовы к высадке.